Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю вас знакомить со среднеспелыми сортами. Перед вами красавица Верона. Верона — это не только крупноплодный сорт, это еще рабочая лошадка. Посмотрите, сколько ягоды на Вероне. Вот такая красота. Вот вокруг куста какие ягоды лежат. И ягоды все огромущие. Цветоносы у Вероны средней длины. Ягодки прячутся под листиками. Окрас ягод темный. Цветоносы мощные, разветвленные. Ягода вся выровненная. Вот посмотрите, какие лошадки. Очень высокий потенциал. Сейчас я так отойду. Солнышко не дает мне вам показать всю эту прелесть, всю эту красоту, все благолепие. Кусты мощные. Вот смотрите, какая ягода. Давайте сорвем и попробуем. Вот посмотрите на размер Вероны в сравнении с моей рукой. Давайте вот на солнышко. Вот она какая Верона, красавица. Поверхность лаковая, окрас насыщенно-красный. Не совсем бордовый, но ближе к темному. Аромат. Аромат насыщенный, яркий. Пойдемте пробовать. Чашелистик снимается легко и чисто. Посмотрим по плотности. Вот, даже немножко хруст есть. Мякоть ярко окрашенная. Ягода средней плотности. При усилии сдавливания и побежал сок у нас. Сочная, средней плотности. При надавливании образуется пюре. Ягода сорта Вероны очень вкусная, сладкая. Земляничные нотки отдаленно во вкусе слышатся. Кислинка практически отсутствует. Мякоть сочная, тающая. Великолепная рабочая лошадка в среднеспелом сегменте. Верона.